даже я им задавалась, о чем же я буду думать. Они о чем-то просто бежишь и все. И ты наслаждаешься, ты кайфуешь, ты заряжаешься вот этими людьми, которые рядом с тобой бегут, вот этим единством. И оно происходит именно. Я вот это первое мероприятие, на котором я чувствую вот это единство народа. Километров, чтобы пробежать здесь 10 километров. Впервые бегу 10 километров. Все-таки здесь чуть-чуть другая дистанция, чем полумарафонская и марафонская. И впервые почувствовал на себе. Ну, результатом доволен. Буду стремиться 26 мая уже побежать, наверное, 42 километра. Тяжелая трасса. Для нас, ну, мы готовимся на равнине, и здесь приезжаешь, постоянно как бы подъемы, и дышать тоже тяжеловато, но мне все очень понравилось, довольно для себя я как бы результат свой улучшил. Бежал сегодня 10 километров, никак не могу сказать, что это было легко. Из-за того, что были много подъемов, которые ходячему человеку будут тоже, они как бы трудны. А так ощущения вроде бы ничего. 10 километров жүрген, осы жолда 10 километров жүрген. Ендігі жылы 21 километров жүрсем деп ойлаймын. Маған ERG-дің менің армандарымның орындалуына үлкен септігін тигізіп жатыр. Это моя первая медаль 42 километра. Я счастлив, что я это преодолел, что я победил себя.